В общем, загоняла быстренько домой. Взял два сальника. Тоже, посмотрите, маркировка идет Ш-50. Где-то это автофокус. 35 на 14,8 на 7, Ш-50. Что-то там 10, 09, 046. Вот. Вот этот мягенький. Этот трошки потверже будет, наверное, из старых запасов. Да, 2013 год. Это 2014. Март 14. Быренько. И вот он, родной. Тоже Ш-50, 10-09, 046 маркировка. БРТИ. Скорее всего, балаковая резина, технические изделия. И рычаг сальничек красиво разбулся. Подозреваю, что этот сальник... Слушай, да тут кромки удерживающей даже не было. Для масла. То есть я ездил на одном дыхании, на одном крыле. Как я еще на сегодня на космическую заехал? Я не знаю. Давай. Чудом. Чудом. Это тоже прополоска? Да, да. Тихо будет. Может, стерильно. Да. Ладно. Сейчас будем вот тут все стерильно выставлять. Ставить, пробовать, если поедет, то еще смотаемся в Вороновку, добьем километраж. Если нет, то в гараж. Свет у тебя есть? Да, фонарик. Ладненько, работаем.